Ран-ран, с вами Ариран, мультиреакция, где я смотрю с вами новинки кей-поп индустрии по большей мере. И также читаю сообщения, которые вы мне присылаете по донату. Сегодня компиляция у нас полностью составлена Валюшкой Оливой. И я приступлю к твоей первой заявочке. Это у нас Мунбиоль из Мамаму. У нее вышел новый сольный клип. Это восклицательный знак с сердечком. И называется он «Лунатик». Так просто, так прикольно. Давайте посмотрим. Классный прикид. Ну, это ж она идет, да, наверное? Что-то типа случилось, да? Привет! Срочные новости. Suspected killer on the run. Will the suspect show up? Так это она лунатила, типа, да? Глаза красные, как будто бы и не спала. Ага. И она же в этой же одежке, по-моему, да? А, не, не в этой. Бежала. Ее тут лечат или над ней тут опыты? Че там? А, ее тут танцуют. Какие нехорошие, а? Злые люди. Прикольный момент, да? Класс. Задумка хорошая. И она, главное, бежала по прямому коридору, и, естественно, никто не заметил, как она свернула. А, перышки! Прикиньте, у нее опять прикольный костюм и образ. И вообще, мне нравится эта больничка. Танцоры такие красивенькие, все хорошенькие, миленькие, посмотрите. Все такие прям разненькие, мне очень нравятся. Прям они все... Ладно, так, у нас это они на скорой, это была это скорая, но она какая-то как будто бы поздравительная. Прикольный момент в песне тоже. Так, это на это... Кому там она высказывает в камере? Это, ну вот, похоже, с одной стороны, как, знаете, это в психдиспансере. Но нет, тут она как будто бы что-то вроде как... Что? Ну, тут все завязано. Это же прикольно, у нее образ. Мне так нравится, у нее штаники, такая маленькая куртейка, маленькая рубашечка и прям перчаточки в облипочку на пальчиках. И песня мне тоже нравится. Очень зачетная работа получилась. Прям проникаешься к ней, пока смотришь. Ну что, пообдирала и терчу. А, там лунатик написано. Она узнала правду о себе, да? Какая бубочка. Опять у нее красивые костюмчики. Шлепс. Срежиссирован очень клево клип, и история есть, и так музыкально, и так красиво подобраны локации. У них ничего особенного, но они так красиво подсняты, добавлены необходимые элементы, красивый свет, танцоры, прям классные. Ну, знаете, они такие как живые, что ли, как вот мне объяснить. Мне так понравились эти все ребята вместе с ней, она такая... О-о-о, Алиса в стране чудес. Ку-ку. Вау, теперь я все не поняла. Я теперь не знаю, про что у нас там было, кроме про как про лунатика. Что это было за дверца, куда она ведет?
Может, это она вглубь себя заглядывает, вы не знаете. Ладно, у кого какие мысли, пишите мне в комментариях. Будем разбираться вместе. А Валюше, конечно же, спасибо большое за Мунбёль. У нас следующая девочка. И тоже из Мамаму. Ты написала, еще у Хвиин из Мамаму вышло первое видео под кровом новой компании. А еще мне понравилось звучание и видео к интерлюд. Альбом же там, да? Давайте начнем как раз таки с интерлюд. Называется Deserve, если я, как обычно, правильно произношу. Я же всегда правильно все произношу. Мы посмотрим именно это. Видосик прям коротенький, прикоротюсенький. И посмотрим, и послушаем. А потом перейдем уже непосредственно к клипу, как вы считаете, да? Поехали! Классные басы и высокий ее голос с реверсией. Так нежно. Это было очень коротко, я даже ничего не успела сказать. Я как будто бы, знаете, раз и поддалась ее голосу и такая улетела куда-то. Я где-то летала, если что. Очень эстетично, да, прям так сняли эти ЧБ. Это такая фокусировка, да, на деталях, на ее ресничках, на ее глазках, какие-то там волосинки, еще что-то. Очень нежно и, правда, мне аж прям интересно посмотреть, что там у нас в самом клипе будет. Насколько у нас будет отличаться, да, концептуально. Кто уже все послушать успел, скажите мне, пожалуйста, все разненькое или более-менее в одном концепте выдержано. Сейчас мы будем смотреть О Мёхэ на корейском языке. Релиз называется так. А, на английском называется Make Me Happy. Вот, видали? Вот, мне тут заранее написали, чтоб я поняла. Да, давайте посмотрим. Ой, бабочки-бабочки. А это как будто бы нора. Или это туннель? Волшебство, да и только. А, это все в глазах. Она лежит в цветах. Свет включите, такая. А, лампочки, да, прикольно. Так, я тоже могу так, ага. Ой, как красиво мне здесь у нее нарядится, нравится. Такой дополнил, да? Всяких мелких деталей много было в интерьере и на ней тоже. Вот этими цветочками, бабочками, лампочками, кружевцами, легкими тканями добавляют нужного настроения клипу. Прикольно, да, картина с таким глубоким черным? Сделай меня счастливой. Ну, она тут прям такая богиня, да? Красиво звучит ее голос. И в низких, и в высоких нотках красиво. И тут есть придыхание, немножечко хрипотцы такой максимально мягкой. Ты что, шарики? Не, ну духи все-таки. Ароматы. Прикольно, кстати, тоже локация была там с ванной. Вообще все локация прикольная. И сделано, да, такие переходы, как будто бы одним кадром съемка. Ой, а тут уже прям посмотрите. Ой, ну это похоже на тоже, да, на какую-то историю, сказку типа Алисы, как мы вот от с того клипа чуть-чуть в этот, да, заглянули, как будто бы. Куда ты падать собралась? Куда мы летим? Сейчас такой раз мимо и Серендипити Чимин пролетает.
Но она такая, вся как будто бы то ли весна, то ли лето. А тут знаете, кто мог бы сидеть рядом с ней на поляне? Ёнджун из TXT. А почему? Ах, ты догадался, напишите мне. Все, я затанцевалась. Гляньте, какая дыра в потолке. А на самом деле это у нас нора. Она живет в норе. Или ты делаешь меня счастливой, да, вот так, бабочки первомутровые. Графика тут, конечно, местами оставляет жевать лучшего, но в целом это было из разряда, когда мы полностью уходим от минимализма, но соблюдаем какую-то вот такую детальность в одном стиле, которая очаровательна, ну вот на кштал, да, как узор снежинки, узор рюш каких-то кружев, да, или еще чего-то. Вот когда это вот такая насыщенность, она создает свою определенную такую атмосферу увлекающую. Конечно же, здесь было очень много сказочности по песне. Я бы никогда не подумала, что у нас здесь будут бабочки, цветочки, феечки или еще что-то. Я бы подумала, что это будет какой-нибудь, например, какая-нибудь лайтовая прогулка по городу со стаканом латы или какого-нибудь освежающего напитка. Она будет как-нибудь там шапочка, джинсики и все. А тут нам целую сказочную фею обрисовали. Или какое-то сказочное существо, которое живет где-то в природах. По звучанию песню уже как бы описала, да, вот она хорошая. Не из разряда то, что я прям люблю, но она прям хороша-хороша. То есть вот удалась, да. И да, интерлюд мне по звучанию, она такая завораживающая была. А это немножечко более лайтовенькая, на мой взгляд. Что-то у нас еще было. Валюшка Лива, заявочка еще одна тебя. Знаете кто? Разбавим немножко девчонок мальчонками. И потому что, что? Читаю. Аречка, у ребят Golden Child вышел японский релиз. Я надеюсь, что YouTube, а вернее сами японские продюсеры Golden Child не сделают мне бяку и мне не заблокируют за клип. Хотела бы посмотреть его вместе с тобой и Айвик, ми, мой любимый смайлик. Всем посылаю лучики добра, тепла, любви и надежды. И там вот три малыша с тремя сердечками на каждом. Называется вот так релиз. И мне кажется, пора бы уже, да, им было вернуться, потому что что-то последнее время, не то что прям давненько, но уже была выдержана определенная пауза, после которой пора бы нам, им пора бы напомнить о себе. Стойте, не начинайтесь без меня. Поехали. Подойди такой мне, как тебя нарядили. А что ты такой дерзкий? Так они тут все, я поняла. Надо это выстраивать забор перед собой, чтобы не поддаться. Некоторые локации мне почему-то кажутся знакомыми, как будто я их уже где-то видела. Как он глядел, да? Класс! Мне нравится угол чаще всего музюк. Это тот музюк, который мне хочется... Ой, вальчонок. Это та музыка, которую мне иногда хочется просто взять, включить и послушать еще раз, например. Ну хорош! Ау, это потому что волки. Я, видите, какая прорицательная под конец. Ладно, тут только середина. Все поняла, разгадала. Ну, клип такой достаточно, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, прост. И это японский клип, я сильно что-то не ждала, обычно к японским релизам поскромнее делают. Хочу того парня с нарощенными волосами рассмотреть его стайл. Вот. Хочу понять, нравится мне или нет, классные были кадры. Вот эти кадры мне нравятся в темных локациях, вот тут. А, не оборотни.
Тан-тан-тара, там вот этот момент тоже прикольный с песни. Я не попала в ноты, но вы поняли. Тарам-тарам. И это ау заедающее. Не, мальчики, так вообще, гляньте, какие забияки. Смоки, это сережка. Ну, хоть костюмы приличные, да? Класс, мне нравится песня. Тан-тарам-тан. Я уже хочу подпевать. Пожалуй, ярче всех здесь и глазами, и мимикой отыграли брюнет с сережкой и блондин, да. Прям там, где я его хвалила. Сердце волк, в крови. Кюль. Мне бы хотелось чуть-чуть побольше кадров или, я не знаю, пояснений, там, где в маске, да, такие всякие движения, как будто он сейчас обернется, превратится. Вот это я бы хотела, чтобы они чуть-чуть более ярко развили в клипе, и лично для меня он тогда стал бы, ну, более интересным. Хотя в целом, если знать, что я не ждала что-то прям какого-то там крышесносного клипа или релиза, да, японского, я ждала именно песню, которая мне понравится, то так и получилось. Ни больше, ни меньше. Более того, мне понравились некоторые моментики в самом клипе, которые я несколько раз упомянула. Это мальчишки и это темные локации. И, конечно же, танцы. Там не то, что прям какая-то сложная хореография была в плане визуальных наворотов, но в целом ребята слаженно танцевали, и мне ничего, ну как бы я не чувствовала, знаете, когда иногда порой смотришь и такой, кто-то вожанул, там слабенько, ну давайте, ну соберитесь. Нет, тут такого не было, ничем мой глаз не зацепило слишком сильно. Поэтому я хочу от мальчишек, честно говоря, более ярких релизов, понимаю, это японский. Люблю мальчиков за их музыку, песня классная, клип. Жду корейское что-то, жду корейское яркое, жду красивого клипа от них, классного. А это был последний релиз на сегодня. Благодаря Валюшке Алиевой мы прекрасно провели с вами время. Кто согласен, большой пальчик вверх ставьте. Валюш, спасибо тебе огромнейшее за эту подборочку. Всем айвятам спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте большие пальчики вверх. И, конечно же, я хочу пожелать вам всего самого лучшего, всего самого светлого. Увидимся в следующей мультиреакции. Акции или просто в каком-то прикольном видосике на канале, что скорее всего. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариран. Люблю вас.